Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки долгожданное открытие контейнеров. Наконец-то пришли мне контейнеры, которые мы выиграли за турнир, плюс еще контейнеры, которые я поднял с челленджа. Уже полноценно 900 звезд я набил, поэтому сегодня мы можем уже открыть данное замечательное, огромнейшее количество. К сожалению, это не самое большое количество контейнеров, которое у меня когда-либо было. Но 115 это довольно большое число. Я надеюсь, то, что с данного количества мне выпадет какие-то интересные устройства. Все-таки я даже дотерпел, дождал, чтобы поднять утяжеленные конструкции на хорек, чтобы они мне не выпали. А то у нас у одного молодого человека с клана, уже не дождавшийся, он, открывая контейнеры, выбил его. Ну и, соответственно, конечно, минус одно устройство получил в свою копилочку. Поэтому я буду надеяться на то, что мне сегодня что-то годное дропнет. Ну а если вам нравится подобного рода видосы, если вам нравятся всякие открытия контейнеров, то обязательно тоже не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Ну и, конечно же, подписочкой на канал. Сегодня я открывать контейнеры буду не один. За этим всем делом будет следить один самый жесткий стелсовый заходчик в деф и в атаку, и лево-право стелс. Он же Саратов. Поздоровайся. Всем привет. Ну и я не знаю, что у нас из этого всего получится, но я буду, короче, надеяться, что этот молодой человек принесет мне сегодня пару-тройку устройств. Один раз, когда я открывал с ним контейнеры, ему выпала экстишка, поэтому, может быть, мне сегодня благодаря ему выпадет тоже что-нибудь жесткое и интересное. Экстишек, конечно, уже никаких дропать не может, но, в принципе, если мне миллиончик упадет, я тоже, как бы, в печали и грусти не останусь, но все-таки хотелось бы, наверное, повыбивать какие-то интересные устройства, например, на того же там Хантера, Викинга. Поэтому будем начинать открывать. Можно у Саратова, в принципе, спросить, что он думает вообще по этому поводу, что мне дропнет. Мне кажется, пару-тройку устройств. Ну как пару-тройку? Хотя бы два тебе упадет. И все. Блин, ну нет, за такое большое количество, если мне два устройства упадет, то это будет вообще ГГ какое-то полное. Главное, чтобы сейчас не было вот этих вот белых свечений, нереальнейшее большое количество. Открывать я буду, конечно же, ребят, по единичке. Я своим тактикам не изменяю, я не хочу здесь переходить на какие-то пятерочки, пятнашечки. Там все говорят, что надо открывать по большему количеству. То, что там по одному ничего не дропает. Но я устройство защиты от думоров, это за 250к, короче, упало устройство. Ну, такое себе, короче, 50%, такое шляпа, как бы. Мы его даже в расчет, наверное, брать не будем. Мы все-таки смотрим на фиолетовое освещение. И что с него там что-нибудь годное может быть и дроп. Все открывают там пятнашечки, пятерочки. Ну, а я, как бы, отлично понимаю то, что, по сути, разницы-то нету никакой. Мне только с пятнашки может упасть 15 белых. Поэтому я лучше буду открывать по одному и надеяться на то, что мне просто что-то хорошее упадет. 10 золотых ящиков. Саратов, хотел бы голдиков, а? А еще голдиков? А, нет, устройство на заморозке. Так, мне сейчас надропают все эти устройства, которые за кристаллы. Тут уже ни одного нету. Тут одно еще осталось. Тут уже ни одного нету. Тут одно осталось. Так может, мне сейчас все просто устройства выпадут за крисы? Нормально я кристаллов сэкономлю. Для синего свечения это вообще бомбочка. И тут уже все есть. Что Саратов хотел сказать, я тебя перебил. Стоит вспомнить, что рикошет XT выбили с одного контейнера, а не с 15, не с 5. А-а-а. Поэтому я полностью оправдываю эту тактику. Ах ты, нифига себе, как официально забазарил Саратов. Ничего себе. Великолепно. Так, ладно, пока ничего хорошего не падает. Пятнашку я уже открыл. Это вот эти зеленые свечения мне уже не нравятся. Потому что после этих зеленых сейчас пойдут белые. Ну, блин. Ну, бред какой-то. Ну, где мои нормальные... О, да, три дня према. Там что-то дернуло. Нормально. То вчера... Ой, вчера, говорю, завтра бы премка закончилась. А так плюс три дня. Неплохо, в принципе. Пойдет. Так, ну, открыл я 25 контов. Пока я ничего хорошего... Опа. А смотри, а что это она тут появилась? Ты видишь? Да. Что это за бред? Защита от заморозки тут появилась. А чё это за рофл? Особая. А чё за рофл? Это баг какой-то. Заканчивается дэд. А если я перезайду? А мне всё равно осталось. А чё это за прикол? Так, это упало... На сутки тебе, короче, дали. Это упало на диктатор или на что это было? На диктатор, да. Защита от заморозки. Да. Ты это видишь? Ну, может, надо перезайти. А что за бред? Окей, давай перезайдем специально, чтобы посмотреть на баг.
Тут она пропала, да? А, все, появилось. Фух, я уже думал, меня обломали на одно устройство. Ладно, облома никакого нету. Продолжаем открытие. 88 контейнеров еще целых осталось. Это вам не по 10 тысяч открывать, которые вам начислили. Тут, блин, свои контейнеры, они так неохотно открываются. И всегда думаешь о том, что, ну, когда там уже что-то хорошее будет падать. Уже почти 40 открыл. Не, не почти, уже... А, нет, 30 открыл, да? Или... А, нет, или сколько? Ну да, 30. 30. 3 дня премки. Видел? Вот он как-то так зажигается снизу. Видел, эти контейнеры Да, да, зажигаются, да. когда премка падает? Я не понимаю только, из-за чего это происходит. Так, Так. Ваня, а что у тебя по красочкам? Да нафиг мне По эти всяким красочки. анимированным. А, это там дофига и больше еще надо выбивать. Лучше бы я их вообще не видел и не знал, что они вообще нужны мне. Давай что-нибудь хорошее уже, алло! Я вообще 40 контейнеров открыл. Где? Где контейнеры нормальные, алло? Не, не понял. О! Бля, ну я бы так понял, я сейчас сегодня все выбью эти в синем свечении устройства за кристаллы. Не, в синем свечении даже выгодно их выбивать. Потому что там в синем свечении максимально, что тебе может дропнуть, 25 кокри, а эти устройства, считай, по 250к, ну со скидкой, ну по 125к, короче, грубо говоря, дропает. Для меня, который не имеет большого количества кристаллов и постоянно кристаллы тратит на какие-то вещи по типу синих шаров. О! Наконец-то! Первая! Давай! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! О, боже ты мой! Ну что это за бред? В этом свечении должно было быть устройство какое-то замечательное, а не 100 тысяч кристаллов. Ну чего, рофлите, что ли? Ну какие Обрадовался 100к? уже, да? Ну конечно, блин, 100к! Ну это долбанули, что ли? Да, фига меня сейчас обломало. 100к. Офигеть. Да. Так приколя, если мне сейчас ноль упадет. Ноль устройств. Ноль Нет, устройств на тебе по фиолетовых. сути три устройства-то выпало, только они синие. Ну а синие это фигня полная. Синие за устройство не считаю. Грубо говоря, их нету. Блин, мне уже начинает это надоедать. Я уже хочу открывать по 5, отвечаю. Что-то мне как-то это уже не нравится, друзья мои хорошие. Что-то как-то мне эта ситуация уже немножко... Сейчас будет, сейчас Видел, будет. опять контейнеры дернулись, и Да. сразу понятно, что премочка. Оп. 25к. Блин. Ну где? Ну блин, ну хоть одно свечение нормальное. Ну что это такое? 50 контейнеров осталось. Я уже 60 открыл. Боже. Открыть 60 контейнеров и не выбить ни одного устройства. Это позор. Че это за позорище? Где они? Блин, офигеть. Такое количество контейнеров, и я ни одного устройства не выбил. После этого открытия, если мне ни одного не упадет, будет мне опять сидеть и говорить, что надо было открывать по 15, тебя бы 100% бы дропнуло. И я с ними не смогу не согласиться. Блин, еще пятнашку открою. Не, Да, это... хотя бы с пятерика. Не, все. Давай! Или сейчас, или никогда. 5 белых, давай, 5 белых. Ну! 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 Я в шоке. Это что такое вообще, блин? Какой эффект золотой? Вы что, рофлите? Все, у меня сгорело. Но если сейчас не будет устройств, то в этой игре больше ничего не падает. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Давай, давай, давай. и 15. Это ужас какой-то. Они тебя просто троллят. Кольчуга чужого! Это что вообще такое? Я даже не знал, что такая краска вообще в этой игре есть. Кольчуга чужого. Друзья, напишите, пожалуйста, что это за краска. Блин, я не знаю уже, как открывать эти контейнеры. Но мне просто ничего не дропнуло. Мне просто ничего не упало с этих контейнеров. Это ужас. Это самое ужасное открытие. Я ради этого турнир выигрывал.
Друзья, я ради этого турнир выиграл. Ладно, все, пусть пятнашка будет. Пусть как будет, давай. Два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Плохо, очень плохо. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Это просто ужас. Это просто до свидания. Ноль устройств! Ноль! Ноль устройств! Просто ноль! Ноль устройств! Вы просто понимаете, что у меня было 115 контейнеров, и из них я выбил ноль устройств! Ноль! Это просто жесть какая-то. У меня горит. У меня очень сильно горит. Нереально жестко горит. Но я знаю о том, что совсем скоро у меня будет открытие ультраконтейнеров. И уж обязательно с них мне что-то должно дропнуть. Ну ладно, если уж посмотреть на какие-то хотя бы плюсы, это то, что у меня теперь осталось совсем раз, два. Два устройства осталось в синем свечении, не выбитых. И это... безусловно, плюс. То, что всего лишь их два. Наконец-таки. Ну, в принципе, по кристаллам, если так посудить, то я плюсанул нормально, да, если уж себя немножечко как-то не дезморалить. Утешить. То, в принципе, сказав, что два устройства осталось не выбитые, я, значит, выбил где-то около четырех, то это не так уж и плохо. Но с другой стороны... это, конечно, полнейший провал. И уж явно не такое я сегодня планировал, друзья, выбить. Напишите, друзья, обязательно в комментариях под данный видеоролик, что вам падает с контейнеров. Падает ли вам что-то крутое, годное? Потому что мне сегодня со 115 контейнеров, можно так сказать, ничего сверхъестественного не упало. Ну, слава богу, что еще хоть чуть-чуть премки накапало, а то завтра бы премка закончилась. Поэтому я хоть в этом плане немножечко доволен и рад. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну и не пропускать все эти видосы, которые у нас выходят аппетитные, сочные. Я не знаю, что происходит в последнее время, но ваша поддержка как никогда нужна. Поэтому поддерживайте, приходите на стримы, которые проходят сейчас в 9-10 часов вечера по московскому времени. Играем, нагибаем, разваливаем дешевые кабины. Ну а с вами был мистер Ванька и супер-мега-крутейший Саратов. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.